Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас Peugeot 407 2005 года выпуска с двигателем 1.8 на механике. На этом автомобиле менял ремень ГРМ, помпу, ролики и увидел, что правые подушки обе порваны. И так называемая косточка, или как ее еще гитара называют, и опорная подушка оторвана. Заказали новые, пришли, сейчас поднимаем. Снимаем защиту, чтобы нам подпереть двигатель. Поддомкрачиваем его и откручиваем. Снял защиту двигателя. Сейчас откручиваем вот этот болт задний. Головка на 16. И откручиваем три вот этих болта. Здесь торг 150. Перехватился немножко по-другому домкратом под поддон. Вот я как и показывал, здесь все разорвано, и вот подушка оторвана полностью. Нижние болты у нас Т-40. Шляпка болта забита грязью. Что хочу сказать, это не грязь. Сейчас резкость наведу. Это обломыш ключа в головке болта. То ли когда затягивали, сломали. Наверное, некачественный инструмент был. То ли пытались откручивать, отломали. Сейчас для начала попробую зубилом сбить. Если не получится, будем высверливать. Зубилом открутить не получается. Решил отломать подушку от того уха, чтобы удобнее было подлазить. Отломал. Пробуем дальше выбивать зубило.
Пошла. Ура, 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 пошла. Продолжаем. Вот и все. Инструмент некачественный, плохой. Его обломили, когда затягивали, потому что болт выкрутился легко. Ну что, болты я заменю. Поставлю от тормозной системы. Протираем здесь пыль. Смазываем резьбу. Также болты смажу. Берем новую подушку. Подушку берем оригинальную Citroen. Номер ее 1844-92. Peugeot Citroen она идет. Геленаполненная. Устанавливаем. Здесь в ней разницы, я думаю, нет. Хотя по этой отливы немножко разные. По старой посмотрим. А старая имеет совсем другое расположение. По маркировке. Да, я думаю, разницы нету. Подушку пока низ не затягиваем. Устанавливаем кронштейн. Берем вторую подушку. Тоже Peugeot Citroen. 1806-69. Вот такая вот. Сразу ее. Так, здесь у нас шайба ложится на подушку. Берем кронштейн и эту подушку заводим в кронштейн. Наживляем, но пока не затягиваем. Подтянем уже на автомобиле, когда двигатель опустим.
Так. Опустился. И нам надо будет расширитель снять, отодвинуть, чтобы вот эту подушку поставить после того. Оторванную мы ее смогли снять, а целую мы ее сейчас не можем поставить. И также затянуть задний болт. А для этого нам надо расширительный бачок открутить. Откручиваем бачок. Поднимаем его вверх и отведем, просто убирать не будем, отключать не будем. Ну вот, гаечку чуть-чуть подтягиваем. Подушку сейчас не будем делать, потому что если эту гитару поставить туда... Сейчас подтяну, я просто ее померить, насколько ее сдвинуть. Так, пока подушку ставим, но не крепим ее. Так, опускаем двигатель. И теперь крепим вот этот передний болт. Его поджали, теперь снимаем обратно подушку. И поджимаем задний болт. Все, болт поджали, а теперь завершающий штрих ставим и затягиваем.
Можно установить сразу на место бачок. И затягиваем задний болт. Все, на этом мы подушку заменили, и одну, и вторую. По двигателю заметно, что он стал стоять выше и ровно. Раньше он немножко был завален в эту сторону. Мало того, что она была порвана, она была продавлена. Видать, гель давно из нее вытек, когда порвалась. И от этого была дополнительная вибрация и шум. Сейчас все это должно уйти. На этом все. Всего вам доброго.